Приветствую, народ. Всех рад видеть. Сегодня цель такая. Сначала Ленинский субботник. Ну да, Ленинский субботник уже закончился. Бревна потаскали, все хорошо. Сейчас цель проверить вдоль реки, ну и на берегах реки, были узлы и старые дороги. К ним пробраться можно с этой стороны, вот со стороны, где мы будем подъезжать, только через ельник. Только по весне. Да, и только по весне, к сожалению. И то не факт, сейчас посмотрим, может быть, там тоже клещевальник. Из клещевальник, конечно, не пролезет. Вот, если дойдем, будем смотреть, что там было. Ну, то есть разведка своего рода получается, что ли. Ладно, на место приедем, покажем. Здесь стоит часовня. Не знаю, что за часовня. То ли здесь было что-то когда-то, то ли просто часовня. Новая. Ну, новая, да. И вот здесь, через этот ельник, когда-то дорога шла. Но это молодой как бы. Чуть-чуть дальше. Да, чуть-чуть дальше там. Цель пройти сквозь этот ельник, ну, может быть, и найти эту дорогу, и выйти на реку. И на берегах там были как бы крупные узлы дорог старых. Вот. Попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Итак, друзья, лезем вот через такой замечательный, в принципе, лес, если бы не засранный вначале бутылками пустыми. Здесь из-под бревнышка такая хренулька. Вот советская пуговка. Симпатично. Когда сначала их выкапываешь, думаешь, ух ты, какая хреновина, а потом, ну да. Вот такой лес. Смотрите, какое гнездо очаровательное устроили. Похоже на хищную кого-то, да? Вот так вот. Удобно ему там, наверное. Тут местами такой вот бурелом. С такими вот выворотнями. Сейчас покажу. Где тут у нас они? Такие вот выворотни. Кругом. Ну, это как всегда. Ладно, движемся дальше. Полкилометра прямо. Смотрите, прикольный пень такой стоит. Как будто мужик со щитом. Смотрите, какой прикольный. Сейчас выйдет, отряхнется там вот эту древнего всего и дальше пойдет. Прикольно. Да, бурелом здесь периодически. Осталось 300 метров. Не ищем легких путей. Забрались в болото. Это такое лесное. Идем черт знает куда и черт знает зачем. Но идем. И пришли к нам нахрен к очередной кикиморе. Ой, блин. Ладно. Сейчас посмотрим. Ну да, еще сейчас давай кикимора вылезет. Вообще там вперед на будет. Здорово, скажи, чуваки. Его зовут. Да. Вылезли с болота оттуда. Надо форсировать вот в эти ручейки, знаете, такие прикольные. Сейчас мы вообще на острове стоим, получается. И вот она начинается, поляна, где шла дорога. В общем-то, практически долезли. Очаровательные ручьи. Ёмки. Хорошо, хоть не грохнулись туда, благодаря вот этому бревну. Но топка. Топка. Хотя вон там камни. Там камни, а вот здесь илом намыто. Как это называется? Это яма. Ладно. Вышли вот на такую очаровательную поляночку. И, естественно, на ветках сидят клещи. Сейчас, если увижу, еще покажу, как они сидят. Поросятины. У любой монет первая обгрызанная. Черт его знает, что помыть нечем. Ну да ладно. Друзья, как и обещал, попробую сейчас заснять этого сука. Вот так они сидят. Смотрите.
ждут своего часа. Видите, лапки расставили. Мимо проходишь, он с травки, с этой с травки хлоп на тебя и пошел ходить. Сейчас мы его сожжем. Так, друзья, вылезли с этой клещевальни. Клещей очень много. На каждой веточке сидят практически. И лосиного помета очень много. Ну, естественно, поэтому сидят. Фух, все-таки, наверное, цель сегодняшнего похода будет больше разведкой, чем конкретным поиском. Но интересно. Пришли вот к такому ручью. Что там это? Сигнал. Какой? Прыгающий. Прыгающий. Вот. 20, похоже, что здесь был мост. Видите, обработанные эти бревна валяются. И вот как будто накат уходит вот туда. Вот там надо как-то туда перелезть. Ну, что здесь у тебя? Не пойму, здесь ключ есть или нет. Пока не видно. Давайте онлайн копнем. Чернит. Ну, чернит, чернит. Посмотрим, чего здесь такое. Там сигналов много черных. Но мы ходить, конечно, там не стали, дабы не гнеить клещевого этого бога. Потом как-нибудь сюда вернемся. Точку поставили в навигаторе. Что все эти шуточки опасны. Ну ладно, друзья, если что интересное будет, найдем. А пока сейчас будем форсировать вот эти ручьи туда дальше. Друзья, перелезли через ручьи, через эти. Здесь накат какой-то. Неведомо, как пока они сюда попадают. Но нам, скорее всего, или с Ерденева, или сверху оттуда. И вот они, эти березы. Только мы в прошлый раз, когда зимой охотника повстречали, он там. Это было на другом берегу реки, потому что за березами идет река. И вот мы сейчас, и здесь где-то была вот эта дорога. Сейчас мы ее побьем, потому что там клещи там не стали. Сейчас здесь посмотрим, есть клещи. Там, наверное, есть. Но лосиного дерьма пока нет. Может быть, будет их меньше. Ну да, идем. Вот, друзья, вышли. Вот он, этот язык, где мы зимой выходили. А вот здесь, на берегу реки, вон там, на той стороне, мы встретили охотника. И вот шла вот эта аллея туда. Сейчас пройдемся. Блин, тут тоже клещей полно. Это расстраивает. Посмотрим. Пока только крышки водочные, советские. Идем по аллейке, вот по этой. Она повторяет старую дорогу, но она и советская. Здесь, конечно, мусора уйма. Везде на веточках клещи, вот на этих, на маленьких. Вот вообще кошмар. Такой советский крестик выскочил. Не серебро, но симпатичненький. Пойдет для разведки. Сегодня, друзья, вообще веселый день. Дождь зарядил, болото, клещи. Но мы дошли вот до этого начала. Теперь мы, в принципе, знаем, как сюда попадать. Сейчас пойдем по накату. Накат все-таки сюда какой-то ведет. Может быть, он нас куда-то и выведет. Может быть, будет проще. Но обложило все опять. Теперь уже, к сожалению, не факт, что что-то получится поискать. Да, и ветра нет. Будем сейчас пробовать возвращаться. Так, друзья. Пипец, добежал. Уже доскакали до машины. Гроза, гром. Люблю грозу в начале мая. Ага. Сегодня 1 мая. Сегодня 1 мая. Ладно, разведка прикольная получилась. Нашли этот накат. Действительно, можно по нему совершенно спокойно найти с другой стороны леса вдоль речки. Нашли старые фундаменты, по ходу дела, метеостанции. Как охотник говорил, потом снимем еще туда, когда вернемся. Сейчас там опасно ходить, клещи вообще на каждой ветке. Ну его в баню. Бережет, ну как говорится, Бог бережет. Будем ее на осень, эту хренобору оставим, уже не будем туда лезть. Хотя походить можно. Находок монета, пуговка и крестик советский. Зато кайф получили незабываемый. Ладно, всем пока.